Так, комиссионный магазин Победа по вашему видеозапросу ноутбук Lenovo. Отличное состояние. Так, это пишу, что просто небольшая грязь. Внешнее состояние здесь также отличное в дисплее. Какие-то следы выгорания у него отсутствуют, битых пикселей нет. Состояние портов отличное. USB-порты также в отличном состоянии, и HDMI тоже. Петли целые, не ломаются на крышке. Здесь разводы, видимо, просто от жидкости, которая чистящая. А так это просто пятна у него. Царапины, сколы также отсутствуют. Вмятин также нету. Так, внизу состояние также у него отличное. Болтики все на месте. В комплекте идет ему зарядное устройство оригинальное. Зарядное устройство не повреждено. Так, а что там у него? Погас немножко. Так, открыли с помощью браузера YouTube. Собственно, сейчас он подключен к интернету, интернет у него модуль работает, Wi-Fi модуль. На YouTube мы включим музыку, проверим звук его. Ну, либо просто какой-то ролик. Бутерброд с черной икрой готов. Конфеты. Так. Собственно, звук работает, изображение также показывает отлично. Так, также мы можем посмотреть его технические характеристики. Ноутбук Lenovo, так как процессор AMD 3020E. Количество, объем оперативной памяти 4 гигабайт. И здесь графический движок у него стоит, находится, вот он, AMD Atom BIOS, да. Итак, также можем проверить на работоспособность клавиатуру. Key test. Так, проверяем клавиатуру. Клавиши нам. А, нам лок сейчас работали. Сейчас работает. Собственно, все клавиши, которые я прожал, работают. И также кнопки F. Ну, к сожалению, ну вот видите то, что F тоже работают. И они отреагировали от привязанных к ним клавиш. Собственно, все клавиши работают. И проверим также работоспособность его USB-порта. Так, проверяем первый. Звук пошел. Увидел жесткий диск. Так, проверяем другой USB-порт. Так, звук пошел. Работает. Проверяем третий USB-порт. Точно так же звук пошел и заработал. Ну и, собственно, точно тоже полностью рабочий. На этом все. Появятся вопросы, звоните на филиал.